Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить квестовый мод под названием The Last Dragon. Собственно, черный рынок. Черный рынок, багованное место. Я в него заходил уже 4 раза с записью и без записи. Игра вылетает напрочь, без ошибки. Собственно, если это место очень важно, то, ну, квест уж, собственно, прохождение этого замечательного мода уже накрылась медным тазом. Ладно, давайте искать Хьюза. В любом случае, может быть, там ничего такого и нету. Хотелось бы верить. Ну да ладно. Мерсер? А, ну да, я ж, по-моему, с тобой уже разговаривал. Возможно, это было в прошлой серии, возможно, в этой. Он попросил заняться его припасами. Собственно, отправиться в какой-то город и решить вопрос с припасами. Море таит в себе множество. Он мне просто надоел. Так, этот парень предлагает купить его барку. А как же мне... Ясно. Блять, я под кораблем. А я также встретил призрака, который сказал, что он где-то тут утонул. Ну, мать его, ёб. Я же его тут не найду нигде. Темно, как в жопе. Ладно, давайте попробуем выплыть отсюда. Ни одного маркера нету. Может быть, это такая особенность, собственно, мода. Может, им тупо было впадлу делать эти маркеры, ну ладно, не важно. Не будем о плохом, да, будем считать, что это просто дань реализму, может быть. Может, какому-нибудь еще дерьму. Но багованные квесты, они по определению не должны быть хардкорными. Потому что это искусственная сложность. А искусственная сложность — это всегда бред. Ну ладно, будем считать, что все нормально пока что, да? Вот этот, собственно, призрак. Нужно что-то? Чё ты орёшь-то? Может, объяснишь? Ботинки! Ботинки! Я потерял свои любимые ботинки! Мне их сделала бабушка! Я обещал их не терять. Голос знакомый, но... Я напился, когда был шторм, и утопился где-то здесь. Актерская игра, это... Хочется просто взять и уебать. Вот просто ногой. Ну ладно, не будем об этом, да? Найти сапоги духа. Ну, как вы уже поняли, да? Квестового указателя нет. Ебись как хочешь. Он где-то напился и утопился. Ну, я, блин, конечно, рад за него, но ладно. Мне нужно найти капитана. Капитана Хьюза, да? Остров Сирен, капитан Хьюз. Мать твою, так. Вот там черный рынок. Надеюсь, он на каком-то из кораблей. Да хорош. Потому что если нет... Он в черном рынке, а в черный рынок мне не зайти. Пьяный моряк. Отличная погодка, не правда ли? Как капитан раз олицетворяет жизнь пирата. Боже мой, ладно. Пойду на поиски. Больше мне ничего не остается. Это этот дебил, который торгует своим кораблем. Доброго денечка. А это что за парень? Пират, рабочий. Что вы тут делаете? Мы доставляем сюда древесину с разных портов Тамриэля. И за это нам хорошо платят. Окей. Ты знаешь что-то о местных капитанах? Нет, а должен. Мне главное разгрузить груз и получить за это деньги. Ясно, спасибо. Бесполезная мразь. Магазин Бобби.
Бобби? А, Бобби. Нет, ты Фред. Что расскажешь? К нам недавно приплыл странный каджит. Он утверждает, что предсказатель или маг. Короче, странный тип. Он сейчас в плавучей таверне. О, тут еще плавучая таверна есть. Это хорошо. Расскажи о себе. Ну, я вообще простой парень из Сиродила. Был посыльным у компании «Варной курьер». О, знакомая компания. Но потом, когда началась война против Талмара, все изменилось. Люди стали другие. А это хер знает, когда было уже. Мир перевернулся с ног на голову. Седрик нашел меня полумертвым в портовом районе имперского города. Он спас меня и привез сюда. Угу. Ладно. Кто-то напорол в Creator Kid и поставил тут две деревянных планки. Ну ладно. Фред, а вот как раз таки твоего спасителя тут нет, да? Ну ладно. Чем тут можно заняться? Можешь сходить в плавучую таверну и согреться там. Если нужно купить снаряжение, иди к черному рынку. Я понял. Где сейчас находятся капитаны? Хьюз отправился на остров Нирн. Блядь. Капитан Леон в плавучей таверне. Хорошо. А Грегор, скажем так, ему здесь не рады. Я понял. Хорошо. Значит, плавучая таверна. Где? Где она? Так, мы по-прежнему где-то в Скайриме, но это не так важно. Магазин. А вот она, плавучая таверна. То есть вот этот вот бар, да? Ну ладно. А, так она прямо в горе застряла. Прикольно. Фу! Говорят, Грегор украл очень редкий товар у помощника. Теперь за его голову назначена очень крупная награда. Грегор всегда умел искать неприятности на свою задницу. Посмотрим, как он сейчас выйдет сухим из воды. Ты где, Марс? Чем могу помочь? Случилось с ним что-то? Это вся таверна? Чего ты хочешь? Подраться с вами хочу. Чего ты хочешь? Я не должен тебе денег, нет? Чем могу помочь? Ясно. То есть это вся таверна, да? А, во, вон она. Ёпт. Что тебе нужно, имперец? Фига. Здоровый ты хер. Нужно что-то. Ты её страж? Страж? Что за страж? Я оружие моей госпожи. О, блядь, оружие, понятно. Которому говорят убей, и она убивает. Ну ты большой. Мало слов, больше действий. Большой парень. Ага. Такой, дебил. Ну ладно. Привет. Да. Твоя таверна. Ты решил доконать мне идиотскими вопросами, малек? Конечно, моя. Каждый матрос, сидящий здесь, подтвердит это. Ты либо глух, либо туп. С этой малышкой у меня связано много историй. Я так люблю свою Эллен, что не в силах был бросить ее на произвол судьбы. Мы вместе пережили многое. Она не раз вытаскивала мою черную, сморченную эльфийскую жопу из передряг. У нас с ней роман длиною жизнь. А для моряка любовь — это не просто звук. Ясно, понятно. Пойду поговорю с не такими черножопыми и сморщенными. Леон. Кто у вас тут главный? Старый морской волк Ормил. Моя бы воля, сделал бы его главой пиратской бухты. Уж поверь, он еще тот морской черт.
Он мне не раз давал советы, когда я отправлялся в рейд. Он очень мудрый и сильный моряк. Хотя, может быть, и грубым при разговоре. Угу. Ну ты один из пиратских капитанов, да? Грегор? Да он мне должен 4000 септимов. Интересно. Ух, если бы я знал, где он находится. Его счастье, что у меня сейчас нет команды. Ты выглядишь подавленным. Блядь, что это за... Ой, ладно. Нужна помощь. Помочь мне? А ты кто вообще такой? Неужели старина Ормил решил меня разыграть? Так ты серьезно хочешь помочь? Хотя у тебя вряд ли получится. Меня предал мой товарищ, мой старпом. Ой, я думал, что он мой друг. Я верил в свой экипаж, но не было бы так обидно, если бы не меч моего отца. К черту экипаж и корабль! Я найду новый, но верни мне мой меч и прибей этих чертовых ублюдков. Ну, ладно. Серьезно? Неужели остались люди, которым знакомы такие слова, как честь и великодушие? Какое тут великодушие? Остается надеяться, что это не сон. Банальный отморозок. Оу, серьезно, не сон. Забудь о том, что ты увидел. Так вот о предателе. Когда я был в рейде, я хотел помочь капитану Хьюзу. Хьюз. Обустроиться на острове Нир. Я пришвартовался возле южного побережья. И что ты думаешь? Эти предатели вышвырнули меня за борт. Бывает. Еще одни идиоты, мечтающие о несметных сокровищах аковирцев. Я уверен, что они до сих пор там. В одиночку я не смогу отомстить им. А ты сможешь. Предатель должен умереть. Что ж, спасибо, Леон. Кто тут еще есть? Если чего ты хочешь, то надо это... Друзей много. Что за место? От жилища моего товара. Опять? Ясно. Да. Что скажешь о бухте? Парень, послушай. Если хочешь поискать себе друзей, подойди вон к тому пьянице. А со мной лучше тебе не связываться. А что, Юлиси, у нас одна мать? Даже так? Тогда благодари Ситиса, что меня удерживают 5 догматов. А теперь уходи. Ты чё, охуел? Много не бывает. Особенно тебе от меня что-то нужно? На тебе доспехи темного братства. Те, кто задает много вопросов, долго не живут. Ты это знаешь? Конечно. Слушай совет, не лезь в чужие дела. Так ты не из темного братства? Блять. Друзей много не бывает. Что, кто писал эти дебильные диалоги? Вот. Сука. О, предсказатель. Как ты очутился в бухте? Когда-то я был главным визирем у правителя Джарсигаса, что в Эльсвере, город Дюна. Он попросил меня сделать ему предсказание. Ну? В нем я увидел смерть. Смерть управителя от рук его собственного сына. Конечно же, он не поверил мне. Мало того, приказал казнить. Мне пришлось сбежать и уехать из Эльсвейра. Вскоре я узнал, что управителя зарезал его же собственный сын. И вот я здесь. И вот я здесь. Мне так было похуй это все читать. Ты знаешь, где Грегор? Увы, нет. Но это меня настораживает. Такое ощущение, что его присутствие кто-то прячет. Я сейчас сдохну.
Как мне на остров Нирн попасть? Лея. Да? Надеюсь, ты не принцесса. Я б тебя уже прирезал. Так. Вышибала. Ладно, пойдем отсюда. Блин, ну они мне больше ничего не скажут, а маркеров... Нужно убить предателя. На южном побережье. Заебись. Южное побережье. Глобальной карты нету, дебилы. Ох, ладно. Это не важно. Это на самом деле все. Все тлен. Капец. Почему? Я не знаю, может быть, это крайне веселый. Крайне продуманным сюжетом мод, но пока что из-за этих диалогов и тупого неосознания, куда идти, становится, по крайней мере мне, вот скучно. Поэтому я надеюсь, что все изменится, и чем скорее, тем лучше. Тот балбес меня может отвезти, как он сказал, только в Скайрим. То есть, как по каким-то округам, то есть, в любой порт Скайрима. Ну да и ладно, это не так важно. Так, орех моряка, черный рынок, магазин, красная лампа, Скайрим. Что это за двери такие? Воу, опять. Да твою мать! Да вы чё, издеваетесь, что ли? Говно текстуры. Так. Чё-то меня этот мод пока что раздражать начинает. Давайте-ка походим еще немножко, посмотрим. И будем думать, как отсюда выбираться, потому что, ну, пока что это какой-то бред. Вот там вот какие-то... Отличная погодка. Двери. Подходите! Свежая выпечка и сладкие рулеты! Подходите! Ясно. Спасибо. Контрабандист. Нужно что-то? Что за место? Все хотят. Однако не всем карман позволяет. Если у тебя 500 септимов, я с радостью пропущу тебя. Мне вообще-то... Что теперь? Я сдаюсь! Здорово. Еще и бессмертен. Вот ты, если сука. Если еще раз поднимешь на меня руку, я так легко не сдамся. Да? Все зависит от того, сколько септимов у тебя в кармане. Я простой вышибала. Ну, что там у тебя есть-то? Что теперь? Там ходят какие-то пацаны, и на этом, собственно, все. О, ты можешь меня переправить на остров Нирн? Сказано, сделано. 20 септимов, пожалуйста. Гниды ебаные! Держи. Отправляемся. Чё, прибыли, да? О, квестодатель. А что ты? А, в смысле, не квестодатель, а... Ну, вы поняли, да, о чём? Этот... Маркер на карте появился. Сидел бы сейчас в ловуч. Глобальная карта! Да! Все, молодцы, красавчики. Просто вот тупо ж вы вот ту отдельную локацию, вот пиратскую бухту не сделали как нормальной частью. Ну да ладно, вот вроде есть глобальная карта, даже с местами. Для телепорта тут их не так много, но давай, пофиг. Арни, это уже намного лучше.
Так. Здравствуйте. Хьюз. Вы капитан Хьюз, я от Мерсера. Что с припасами? Дерьмо с припасами? По-твоему, если бы они у меня были, я бы их не прислал? Их украли прямо со склада. Не могу понять, кому нужна гнилая картошка. Может быть, это гильдия воров? Я слышал, что их сокровищница так же пустынна, как и планы Обливиана. А ты чё, бывал на планах Обливиана? Пиздобол. Так, ладно, кто же их мог украсть? Тот, кому, очевидно, понадобилась картошка. Может быть, это Ноктюрнал или неудачная шутка Шигарата, но мои подозрения пали на странную пещеру. Она находится недалеко от нашей лесопилки. Проверь ее, и припасы твои, если они там, конечно, есть. Иначе кто? Придется дожидаться новой партии груза. Кто писал эти диалоги? А она будет очень нескоро. Спасибо. Да? Дом Билли. Вообще непонятно, что за дом. Ты кто? Расскажи про это место. А что рассказывать? Тут сыро, грязно. Сидишь и охраняешь тупых рабочих. Соловьиный лук? Хоть бы стая волков напала. Откуда? Ладно, похер. Что ты делаешь на острове? Я охочусь на всякую живность. Приношу мясо, а взамен получаю золото. Соловьиным луком. Ладно, Бобби. Да. Как обстановка? Паршиво. Капитан Хьюз надеется разыскать здесь древний храм эковирцев. Но пока единственное, что мы нашли, это камни. А ты что тут делаешь? Я? Старпом капитана Хьюза. А? Слежу за раздачей провизии и ее сохранности. Ясно. То есть это ты проебал всю провизию, да? Я понял. Ладно, пойдем. То есть опять квесты пропали, да? Найти сапоги духа мне уже не расскажет. Нужно убить предателя. Поговорить с капитаном Хьюзом. Я с ним поговорил. Квест не прописался про то, что про какую-то там пещеру или про что он там сказал. Дверь. Не нужна она мне. Хочу в город. Ты обычный стражник. Господи, блядь, Иисусе. Ладно, пойду я. Там про какую-то подозрительную пещеру, ну вот. Это вход на болото. Лесопилка. Про какую пещеру он говорил? Ладно, кто вы такие? Да. Непонятно. Тут метка появилась? Появилась. Проход Талоса, забытый лес, вход в каньон. А вот она, таинственная пещера. Пиздец, так и подписали. Ладно. Ну что ж, двинули. Не хочу задерживаться в этом месте дольше, чем нужно. Так, что за форт? Это не форт вовсе. Это лесопилка, да? Да сделайте же что-нибудь! Да. Что такое? Славного денька. Ух ты, ёпта. Ого! Откуда? Кто нападает-то? Волки. Это не страшно. Кто их просто столько понаспавнил? И почему они все разом сагрены? Боганулись. Thank you.
Там еще медведь был. Это она? Таинственная пещера. Или это какое-то что-то другое? Дикий тролль. Ага, понятно. Угу, опасный был. Это, наверное, вход на болото. Да. Туда мы пока не пойдем. Пробежимся давай по маркерам. Ну, то есть не по маркерам, я все-таки буду идти в ту пещеру. Но пооткрываем маркера. Вдруг они нам еще пригодятся. Там на вершине что-то есть. Ага, призраки. Шикарно. Призраки-квестодатели. А коверцы? Точнее, клинки. Да, это действительно броня клинков. Коверцы. Да, блин, давно. Давно я уже не держал эту броню в руках. Давайте-ка походим. Ну, то есть, не то, что прям броню-то померяем. Потому что свое зачарование я вряд ли променяю на нее. Так, капюшон сюда сразу же не подходит. Но скрытностью мы пока не пользуемся, поэтому не страшно. Можно без капюшона пока походить. А вот сапоги и перчатки — это херня полезная. Да, блин, давно, давно уже не примерял. А щит? А, да, вот он, щит. Круто. Ну, пойдем заглянем. Только надо вернуть свою, пожалуй, доэтрическую катану, то в этой урон просто смех. Хотя... Прикольно же. Крайне-крайне прикольно. У меня стоит мод, чтобы отображалось вот так вот два меча, то есть катана и вакидзаси, ибо так ходили самураи. Но броня прикольная. Да. Очень и очень неплохая. Броня клинков. Ладно. Нахер это говно. Так, верни, пожалуйста. Мою оригинальную броню. Бритву. Дайдрийский вакидзаси. Меч клинков. Вот так-то лучше. Что ж, двигаемся дальше. Ой, простите. Фу, еле сдержался. Это она. Это та самая пещера. Таинственная пещера. Ну и хер бы с ней. Пойдем. Не знаю, что там таинственное, почему на меня напали клинки или акавиры. Кто это был, непонятно. Ой, хорошо, что тут не мелко. И вечно тут идет дождь. Где? Сука, он не отображался на компасе. Почему-то вы на меня не нападаете. Ну ладно.
А я так понял, реклинги тут тырят все, что плохо лежит. Точнее, все, что не прикручено. А даже иногда то, что и прикручено. Потому что они как эти... Коротышки из Райзена. Тоже пиздят все подряд. Блять. Ну понятно, короче. Нахера вам гнилая картошка, придурки? Украденные припасы. Раз, два. Элики, смотрю. Так, теперь давайте искать все эти коробки. Если одну, я думаю, провтыкаю, то мне квест не зачтется. А какой в жопу квест? Тут даже он не прописан в журнале. О. Его тупо нет. Я поговорил с Хьюзом и все. Тупо нет. Ой, блядь. Ладно, пойдем. Че в сундуке? Статую Дибеллы. Да Дибеллы даже спиздили. Бандитосы. Они их сюда отволочили. Или бандитосы тут жили до вас. А вы пришли и накостыляли им. Так. Давайте-ка я еще поброжу, похожу, поищу эти припасы, потом включусь. Аллилуйя. Я нашел все коробки. Теперь мне нужно отнести их Хьюзу. Это все, конечно, здорово. Как я сюда входил? Теперь осталось только вспомнить. Вроде бы тут Реклинг молился, поэтому вот это должен быть выход. Ну да, похоже на то. Остров Нирн. И какого хуя? О! Ну шо ты, дебил? Такс. Давайте быстро переместимся. Это, блин, вообще серьезно сейчас было, да? Вы поставили вот этот вот быстрый переход, чтобы я... Идиотство. Полнейшее. Ладно, неважно. Хьюз. Вот припасы. По крайней мере, то, что от них осталось. Там были реклинги. Реклинги? Эти безобидные коротыши? Надеюсь, они не поцарапали твою гордость? Конечно. Кому же еще могла понадобиться испорченная картошка? Что ж, благодарю за труды. Мои люди доставят припасы сегодня же. Если, конечно, реклинги не соберут армию, чтобы вернуть картошку. Теперь нужно вернуться к Мерсеру. То есть пока мне нет смысла сюда идти. Нужно убить предателя на южном побережье. Есть тут такое. Нет. Ладно. На нет и сюда нет. Стоп, это какая-то крепость. Ладно. О, это прям как праздничный зал Йорваскара. Остров Нирн. Дверь. Да. Стражник. Ты не из пиратской бухты? Лишние руки нам не помешают. Ты тут главный? Полегче, малек. Ты хоть представляешь, кто перед тобой?
Да мне вообще-то похуй. А я вообще-то должен, да? Перед тобой Тарен Индарис, потомок великого Андела Индариса, главы Ордена Колючки и Дома Хлаалу. Орден Колючки, что-то знакомое, но, по-моему, это с Обливиона. Но только я не помню, что это, поэтому иди нахуй. Ха, ты либо храбрец, или же глупец. Не стоит так со мной говорить. Ладно, я прощу тебе твою дурость. Тарен сегодня благоволит дуракам. Перед тобой глава экспедиции и капитан Колючего Клинка. Мне достаточно щелкнуть пальцами, чтобы тебя порвали мои парни. Ну давай, попробуем. Я этого делать не буду. Ты мне нравишься, и мне кажется, что тебе будет больше толку, чем от этих тупых наемников. Тенар благоволит. Если нужно золотишко, обращайся. Тенар благоволит немощным. Да, я хочу подзаработать. Бабла-то у меня немного. Это не работа во благо Винскора. Это личное. Ты знаешь Тейлара? Он местный охотник и мой брат. Однако он, скорее всего, изгой, нежели брат. Он даже отказался от нашей великой фамилии Индарис. Но суть не в этом. И я бы не взял его в экспедицию, но он вложил немало денег в наше дело. Достаточно, чтобы нанять наемников и хороший корабль. Но мне непонятна причина. Он слишком рьяно рвался сюда. И теперь Тейнер озадачен. Ты говоришь, как старый пердун. Да и наша последняя встреча была далеко не позитивной. Поэтому нас немало удивило его появление. Он что-то рыщет. Думаю, ты уже догадался, что я тебя хочу. Поговори с моим братцем, узнай, чего он добивается. Если это вещь, принеси ее мне. То есть, а самому не судьба, да? Я понял. Незнакомая мне книжка. 30 монет пригодится в любом случае. А у вас тут поспать где-то можно? Остров. Дверь. Ох, замечательно. Кровать. Да любую можно занимать, я так понял, да? Это хорошо. Да, знаете, как-то в этом углу мне нравится больше. Что ж, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом и закончим сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.